Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролиплей, Центральный округ. В них здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня, пацаны, как всегда, нарезочка, в принципе, с админочки. И сегодня будет необычное видео, потому что подобным я вообще не занимался. Получается, я следил за чуваком, на которого поступила жалоба. И они там разбирались, хотели драться туда-сюда. Но я решил никого не наказывать, просто посидеть. И в итоге там один из них оскорбил родных. И потом вышел с игры. Я дождался, пока он зайдет, и телепортировал его к себе, и начал с ним разговаривать. Также я потом телепортировал игрока, которого он оскорбил именно. Ну, чьих родителей он оскорбил. И они там решали, как бы, что делать. Туда-сюда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Пошли выйдем, чё ты, блядь, слышно? Ну мне Мерседес около... У меня рукопашка, у меня оружия нету, нах. Ну ты ещё лям поднялся с самолёта. Рукопашка, я тебя выебу, нах. А какой лям-то? Если пошли. За 23, ты на сколько бы купил? Пошли, пошли. На миллион? Рукопашка, я тебя выебу. За слова ответишь, да? Пошли. О, блядь, цикло ебаное, хули ты съебался? Чё, в ужасе съебался или чё? Пошёл нахуй, педик, блядь. Пошли! Эли, слышь! Эли, слышь, долбоёб! Я у тебя спрашиваю, нахуй. Чё? Давай, блин. Пидораска недоношенная, нахуй. Рот бомбил, мать. За слова ответишь, пошли. Мне только что-то пришлось, что-то почти только даром отдали. А, бля. А, блядь. Офнулся, блядь, долбоёб. Здорово. Я знаю, что тебе взял свой чат. Давай, отвечай. Зачем ты родных оскорбляешь? Понимаю, понимаю. А, офнулся из игры. Прикольно. Понял. Короче, пацаны, как вы видели только что, пацан оскорбил родных. И он, короче, офает с игры. Прям он думает, это ему поможет или что? Я не понимаю. Он, типа, родных оскорблял. Ну, типа, вы слышали. Конечно, там не четко было слышно, но было слышно, типа, про мать, там, туда-сюда. Я решил с ним поговорить, но, видимо, он разговаривать не хочет. Но если не хочет разговаривать, то можно ему бан на 30 дней, в принципе, выдать. Давайте сейчас попробую я еще раз его найти. Но, скорее всего, он сейчас в игру больше не зайдет. Как я понял, но буду его ждать, короче. Ну что, зашел наш пацанчик, 174 ID. Бля, если он сейчас обратно офнется, я охуею просто. Джет Хэре, 174. Если ты еще раз офнешься, я тебе бан на 30 дней выдам. Давай, разговаривай со мной, у тебя есть микрофон, я знаю. Рассказывай, зачем ты оскорбляешь родных? Бомбануло. Ну, а ты знаешь, что за это бан дается на 10 дней? Да, знаю. Так а зачем ты оскорбляешь? Я извиняюсь за оскорбление. Если тебе игрок мешает, либо тебя бьет, можешь написать просто репорт и все. Я писал репорты, то, что он дебэшил мою машину, когда я продавал, но никто из админов не приходил. Ну я следил, просто как бы ты его дебэшил, я видел машиной изначально. То, что ты его изначально, смотрите, то есть я продавал Lexus, да, 570, за 1,9 миллионов. Он мне предложил цену в 1,5, я отказался, он просто начал дебэшить мою машину. Ну то есть начал просто бить и ломать. Можете позвать этого игрока, я готов извиниться перед ним. Кирилл, как бы он оскорбил родных? Не? Нормально? Ну, я за это и хочу с вами разобраться. Ну, давай, если я прощу, если ты мне Lexus свой подаришь. Да нет, денег мне хватает, не надо. Не, в ван отлетаешь, а чё ты? Я просто забыл, ты просто офнулся, я не понял. Извини, вот честно, прям вот всей душой извиняюсь перед тобой. Я хотел уже раз на раз выйти вот так кулаком, панг-панг. Да я засал, потому что у меня не вкачаны. Ну вообще, почему я ору? Из-за чего конфликт начался? Еще раз. Из-за чего начался? Из-за того, что... Короче, я не просто... могу Lexus продать, уже месяц не могу, блядь. Может, я скажу? Он, короче, стоит, Lexus поставил за 1,8. Я ему просто взял, здоровый, предложил 1,5. А он берет, пошел ты в жопу. Вот, чё в ответ дать, вот скажи? Там просто написал, бы пошел ты в жопу. Делать, по сути. Почему? Я чё,
Я что, лох последний, чтобы тебе за слова не отвечать? Я в ответ сказал, а он взял и оскорбил мне родных. Да, я виноват. Извини еще раз. Просто я не могу уже месяц его продать. По правилам ты должен бан дать. За оскорбление родных. Я вообще ютубер, поэтому я могу бан не давать. Ты видел, да, все это? Я да, думал, я все не видел. Я контент просто снимаю. Ну что, 3 дня отдохнешь, красивый станешь. Можно, не надо. Не, мне как бы без разницы, мне потому что не, сколько ну, человек извини, я видел, даже, что даже, они оскорбили моих родных. Мне без разницы, вот реально, просто извини и все. Ну ты извинись именно за то, что ты маму оскорбил. Я извини, вот что я оскорблял твою. Ну окей, ну, окей, прям, хорошо. Все, тогда я вас спавню и... Давай на Б, меня на Б обратно. А заспавни на ЦР, пожалуйста, просто мне там сейчас скин сливать будет. Хорошо, сейчас.